Образование Анны Як прошел лекторий «Профориентация для родителей учащихся 9-11 классов» по теме «Пути выбора профессии». Встреча родителей с преподавателями была итоговой. Работой в рамках федеральной целевой программы развития образования в 2016-2020 годах, которую образовательное учреждение выиграло в мае текущего года. Родители проинформировали о системе профориентационной работы и профильной подготовки старшеклассников кызылских школ. Создана сеть из 62 учреждений по повышению жизнестойкости учащихся, которая объединяет различные образовательные учреждения с целью обучения нашей методике. Был реализован целый ряд различных профориентационных мероприятий. Участвовали в этих мероприятиях не только дети с нашей республики. Санкт-Петербург, Липецк, Соликамск, Псков, Калининград. Также на встрече родители получили полезную информацию о формуле выбора профессии. Кроме того, заведующая социально-психологической службой Анны Яка Оксана Ташкина рассказала о типичных трудностях выпускников при выборе профессии и о создании благоприятных условий при подготовке к экзаменам. Вот сейчас вспомните каждый своего ребенка и назовите то главное качество, которое для вас ценно. Ну, пожалуйста. Здоровый. Порядочный. В завершении занятия родителям были вручены буклеты профессии, которые выбирают наши дети, и список востребованных профессий в Туве.